2 марта в эфире канала ТВ-3 стартовал «Последний герой». Актеры против экстрасенсов — продолжение легендарного шоу, которое в начале 2000-х собирало у экранов всю страну. Равно через 10 лет после окончания предыдущего, 6-го сезона, каналу ТВ-3 вновь удалось выполнить эту задачу – «Последний герой». «Актеры против экстрасенсов» стал самой популярной программой вечернего прайм-тайма субботы. ТВ-3 обошел всех конкурентов и добился доли 12,9% и рейтинга 2,8%. Это рекордный показатель для проекта собственного производства за всю 25-летнюю историю канала. Что увидели зрители в первой серии? Новая ведущая шоу, железная леди Яна Троянова, не дает никому спуску, придирчиво следит за тем, чтобы испытания выполнялись честно, и вмешивается во все разборки. Последние начались уже на старте. Актеры Артура Смольянинова забыли одного в море и его соплеменники. Не самый красивый поступок с их стороны. «Меня оставили одного, и я остался один», – доходчиво объяснил ситуацию актер, обругав коллег последними словами и нахамив Трояновой: «Ты проповедник, что ли? А чё ты? Чё ты мне оценку ставишь?» На исходе первого дня жизни на острове Смольянинов принял решение построить собственное жилье отдельно от остального племени. Еще одна потеря в племени актеров – звезда сериала «Интерны» Илья Глинников, который во время испытания неудачно упал и выбил колено. Артисту тут же оказал помощь врач, который постоянно дежурит на острове и следит за всеми испытаниями. В итоге Глинникову наложили бандаж, но в проекте он остался. Кстати, Смольянинов не единственный изгой в новом «Последнем герое». В племени экстрасенсов тоже разлад. С коллегами не смогла ужиться гадалка Аида Мартиросян. Процесс притирки героев всегда проходит непросто, тем интереснее будет следить за тем, как первые конфликты отразятся на дальнейших отношениях внутри племен. Уже после первой серии стало понятно, что за экстрасенсами будет следить так же увлекательно, как за актерами. В их числе есть такие колоритные персонажи, как 52-летний эпатажный художник, звезда андеграундного кино «Пахом» и юная бодибилдер Виктория Камахина.